Погода на телеканале ПС. С вами Юнис. Как отдыхается в последние выходные марта? Воскресенье, как маленький праздник, можно кутить и гулять, но ты выбираешь перед работой один денечек поспать. 30 марта, воскресенье, утром небольшой снег, временами даже метель. Температура воздуха от минус 4 до минус 2. Высчитываем среднее и получаем минус 3. Воскресный день, 30 марта, облачно, снова минус 3. Ночью температура опустится до минус 9. Ветер северо-западный. Да, погода в последние выходные марта не радует, но это не причина отказа от активного отдыха. Впрочем, чем бы вы ни занимались в выходные, пусть в вашей душе звучит хорошая музыка. Долгий день водой омывает май, гудит в проводах. Хорошо одной, только сладкий чай чуть горчит на губах. С вами был Юнис, смотрите телеканал ПС.